Ну вот мой дом почти. Не люблю я эту Москву. Да и я не люблю. Че там хорошего? Сделали из столицы помойку. А кто ее любит? Ну там бабки. Вот. Видишь, какой пассажир с нами оттуда едет? Здравия желаю, девушка. Капитан Синицын. Добрый день. Но я ведь совсем не быстро ехала. Быстро, девушка, быстро. 68 км. Но ведь здесь на трассе можно 80. Нет. Как раз на этом участке можно только 60. Вы что, знак не видели? Какой знак? Ну, вон. Олени всякие там, лоси. Да нет там никакого знака. Есть, девушка, есть. 2 дня назад повесили. Понятно. А может, заедем в кафе на трассе? По шашлычку? А почему нет? Давай. А ты присмотришь за пассажиром. Ну опять я. Обидно, да? Что обидно? Ну вот с них вы куда бы больше содрали. А я просто врач, еду из больницы, с дежурства, устала. Ну, превысил на 6 километров. На 8, девушка, на 8. Ладно, поезжайте, девушка. Только не гоните так сильно. У-у-у, а пальцы-то у вас как стучат? Мои пальцы? Да нет, в двигателе пальцы, в двигателе. Вам надо срочно в сервис, а то... Кстати, 5 километров по прямой, по трассе. Там, где кафе. Знаете? Знаю. Ну, давайте. Спасибо. Пожалуйста. Туши этот отстой. Вещь поставь. Не вопрос, поменяем. Не, ну все просто поднялось. Да, вот это то, что надо. Да. А тут, походу, вообще не убирают со стола. Эй. Смотри, побежал. Да. Здрасте, Юрий Павлович. Привет. Чего у вас за долботня такая, а? Да это московские поставили. Да я их сейчас сам поставлю. Сиди спокойно, косой, нам светиться негоже. Кассу везем. Юрий Павлович, как всегда. Да я даже пить не могу под эти вопли. Нежный стал, да? Да не к ним я, не к ним в туалет. А ну-ка, встали, волчье. Встали, 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 встали. Музыку отключили. И пошли отсюда, волчье. Ну? Да. Отстой. Глянь, какие киски здесь водятся, а? Слушай, задержимся здесь.
Скажите, а у вас там автомастерская работает? А они закрыты, давно. Давай аккуратнее только. А мне бы... А может кто-нибудь машину посмотреть? У меня там какие-то пальцы сучат. Даже не знаю. Здрасте. А я как раз специалист по пальчикам. Какие пальчики? На ручки, на ножки? Давайте вам поможем. Давайте с нами посидите. Ой, какие пальчики. Посидите с нами. Меня зовут Вадик, это Стасик. Бежите. Смотри, что у меня есть. Стасик, да. Специалист по левой ручке, а я по правой. Бери, я сказал, Стасик, пусти. Левую ручку. Вот и так сказала. Вот. Я про... Ты что, коза? Куда пошла? Стоять, Сядь. Ты че, дед? Манипулятор убрал? Сядь. О. Волчье. Давай, заводись! Быстрее давай, уходим! Ну, чё ты? А мне, значит, нельзя было, да? Да, они совсем в разнос пошли, фрейра. Пришлось поговорить. Угу. Объяснил, что в России матушке хозяин, что Москву давно проехали. Что, поехали? Это что получается? У нас... Как там у них? Опустил, что ли? Да я это еще 2 километра назад понял. Только это, не знал, как тебе это сказать. И чё, мы просто так уедем, что ли? Я не понял. Нет, нельзя. Да мочить их надо, ты чё, не понял, что ли? Мочить их нужно прямо сейчас. Да порвать их надо сейчас, тормози, ну! Тормозите, говорю! Да? Привет. Слушай, давай покороче, бывший муж. Что, новая любовь? Надолго? Да я про машину. Ладно, слушай, я, пожалуй, дам тебе машину. Только с условием, что ты ее починишь. Там в моторе какие-то пальцы стучат. Угу. У моего дома. И старик Клип с ними так поговорил. А меня что не дернули? Я бы в раз сложил этих фраеров. Всегда так. Мы на работе, Клим. Под большим баблом. Да, работа. Артисту щенку бабки таскаем. А ведь когда-то весь город держали. Раньше держали. Скажи спасибо, что еще сами держимся. Кореша-то все наши. Где? Где кореша? В земле кореша. Вот тут и оно. Ой, тошно, тошно. Я иногда думаю, может, и нам пора в землю. Назад! Назад, Клим! Ну что, съели? Не надо было нас огорчать, дедушки. Поехали, поехали, Стас! Фу. Ah.
Вы живой? Можете подняться? Давайте ко мне в машину. Дайте, дайте. Вот. Чемодан. Машина. Давайте вот так. Вот сейчас. Давайте в больницу. Вот так. Чемодан. Ну вот ваш чемодан. Ничего себе! 126 километров в час. Может, возьмем ее? Ладно, я сегодня с ней уже полтинник срубил. Сергей Петрович, на месте? Готовьте операционную. Где же ты нашла этот подарочек? На дороге. Крючок левее, еще левее, еще, еще. Так, так, да, вот, да, спасибо. Ну что ж ты, девушка, меня кровью поливаешь? Пометить хочешь? Ну, извините, Сергей Петрович. О, ты посмотри, четвертый, это как засел, а? Ну, прям заговоренный дедушка, а? Ты посмотри, сюда сантиметр сердца, сюда аорта, а? Ну, надо ж так, а? Ну, надо ж так, а? Посмотри, а? Ну, прям как ты во мне. Сереж, давление опять падает. Сделай что-нибудь! Или что, мы зря тут возимся, что ли? Мариночка, тебе надо отдохнуть, понимаешь, расслабиться. Ты сама загоняешь себя в угол, сама создаешь себе проблемы. Да уж. Давай, приезжай ко мне на дачу. Ну, отдохнем, покуролейся. У меня там лес, озеро, белки, лоси, пустына, людей нет. Хорошо. Он в тонусе, можно работать. А дача у него действительно хорошая. Ты съезди, Мариночка, съезди. Посмотри, он не обманывает. А вот отвлекаться не надо. Давайте работать. Работать давайте. Или что мы тут? Давай. Мариночка, пошире. Еще шире. Еще шире. Но мне же не подлезть туда, Мариночка. Ну, пошире, прошу тебя. Еще шире. Извините, Сергей Петрович, Марин, там из милиции по поводу старика какого-то, которого оперировали. Они там в ординаторской сидят. Извините. Ну вот, теперь еще с этими разбираться. А насчет дачи, Марин, я серьезно. Ну, тебе надо расслабиться, понимаешь, оторваться, снять напряжение. Ну, я же вижу, как тебя ломает. И это нормально, поверь мне. Погуляем, посидим вечером у камина. Камин, знаешь, как располагает к этому, к медитации. Его вещи. Ну и зачем его подобрали? Вы знаете, что это за человек, а? И знать не хочу. Для меня это пожилой человек. На, полюбуйся. В тяжелом шоке, с четырьмя пулями в грудной клетке. Пятый не хватил. Зажигалка попала. Хорошая зажигалка, сама пуля ловит. Так вот, это Стариков Юрий Павлович. Он же старик. Известный авторитет, вор в законе. Вот так, девушка. Это бандит, подонок и рецидивист. Так, а вас как зовут? Меня? Олег Эдуардович меня зовут, а что? Ну так вот. Олег Эдуардович, он для меня просто больной. Если вы не в курсе, врачи дают клятву бороться за жизнь любого больного. Ну, боритесь.
Только я может скажу, девушка, учитывая обстоятельства, если его пришли валить, то его все равно завалят. Придут и добьют, понятно? И никакая клятва Гиппократа вам не поможет. Да нет, я все понимаю. Но только если он бандит, посадить его в тюрьму. А у нас больница, а не бойня. И, наверное, стоит поставить охрану. Так, все, хватит мне давать указания. Что делать, как делать? У меня свое начальство есть. Все, пошли, Евгений. Я не втолкуешь, куда она вляпалась. Все, пошли. Зря вы так. Охрану мы, конечно, поставим, но все-таки зря. До свидания. О, слава тебе, Господи, привет. Слушай, совсем уже замерзли. Сами приехали-то. А это Лолита, познакомься. Очень приятно. Мне тоже. А, да. Слушай, садись вперед, мы тебя подвезем. Ага. Лол, садись давай. Может, я сама доберусь? Нормально, садись давай. Чемодан какой-то. Садись, садись. Вы че, ее как скорую используете? Бывает. И машину потом помоете. Помоем, помоем. Ну что, девчонки, куда едем-то? Я домой. Да ладно. Поехали втроем, повеселимся, ну? Ой, нет, спасибо. Я сегодня уже хорошо повеселилась. Ну ладно. Тогда поехали. Это артист его удел. Сто пудов, больше некому. Че теперь? Че теперь? Братва артиста не доделана. Тачку снесли, а старика не проверили. Такой теперь вот геморрой. Для всех. А главное, для нас. Для милиции, понимаешь? Хотя для них это не геморрой, а так прыщик. А они в больничку подскочат, подушки старику помогут. Ты главный бойца к палате поставь. Такого, посообразительнее, чтобы это, когда надо, покурить вышел. И главное, чтобы врачиха никуда не лезла. Вообще-то мы права по-своему. Вот именно по-своему. А мы по-своему. Мы с тобой, брат, что? Закон защищаем, этот, как его, порядок. А не падлу всякую. Понял? Понял. Вот так. Да. И пусть эти гады передают друг друга. У людей сон будет спокойней. И у нас, кстати. Понял? Угу. Опа. Спасибо, что подвез. Ну ладно, пока. Пока-пока. И про пальцы не забудь. Чьи пальцы? Ну, Макс. В моторе есть такие штучки. Вот они стучат. Обязательно почини. Не забудь. Не волнуйтесь, девушка. С пальцами все будет в ажуре. Мы сейчас как раз с Лолиткой вместе к Боре заскочим. Знаешь, а для Лолиты она немного взрослая. Спокойной ночи. Опачки. Ну и зануда твоя бывшая. И тачка у нее паршивая, грязная вся. Чемодан вон сзади валяется. Ладно, не переживай, голубь моя. Заедем в одно место, машиночку починим, помоем. Ну и с чемоданом этим разберемся. Кино любишь? Да. Значит, тебе понравится. Сейчас мы тебе чемоданчик принесем, лекарствочко поменяем, укольчик сделаем. Лося, Лося, позови. О, где же я тебе Лось-то возьму, в больнице?
Как ночь прошла? Нормально, все как всегда. Кстати, старик, которого ты вчера привезла, в себя пришел. Так быстро? Все утро нам нервы мотал. Он в бреду, конечно, но активный. Сознание спутанное. Все какие-то животные, лоси мерещатся. Ну, рефлексы есть, и вообще все более-менее. Удивительно. Здрасте. Ты, дочка. Я. Все хорошо. Не волнуйтесь. Вы в областной больнице. А кореша мои. Клим. Косой, ничто. Не сбереглись, да? Тише, тише, тише. Сейчас не надо об этом думать. А багаж. Тот, что был со мной. Чемодан. Где он? Успокойтесь, все в порядке. Все в порядке. Найдут меня тут, дочка. Уроют. Помоги. Лося, позови. Успокойтесь, пожалуйста. Вы в полной безопасности. Вас здесь охраняют. Знаю, как они охраняют. Коля, лось пусть придет. Найди его. Цыган. В цыганском поселке. За железкой. Заклинаю. Коля все знает. Он разберется. Он разберется. Сергей Петрович, уходите уже. Ты знаешь... Не нравится мне этот старик. Мутный он какой-то. Не равен час, что-нибудь может случиться. Послушай, если ты здесь ночью, ну, там какая-нибудь фигня начнется, вы не лезьте. Запирайтесь на Наташке в ординаторской и ни во что не влезайте. Это ты что имеешь в виду? Какая фигня? Ну, откуда я знаю? Ну, бандиты. Народ серьезный. А нам спрятаться и не смотреть, как человека убивают. А что вы можете сделать? А это есть милиция. Да ты бы видел эту милицию. Мариночка, ты же взрослая женщина. Ты офигительный врач. А по жизни хуже ребенка. Ну, нельзя же так ко всему относиться. Принимать так близко к сердцу. Ты лучше скажи, как насчет дачи? Решила? Нет, не решила. Думай, думай. О, вот ты где. А я бегаю тебя ищу. А, слушай, Володь, ты был когда-нибудь в цыганском поселке? В цыганском поселке? И это? Что мне там делать? Нормально люди туда не ходят, туда даже менты не суются. Там же разборки, криминал сплошной, а чё? Да не, ничего так спросила. Слушай, а чё я тебя ищу-то? А, тебя муж возле приемной внизу ждет. Макс? Макс. А у тебя их еще несколько. Ну что, наигрался уже в новую куклу? Или она тебя... Ну что ты такая злая? Я тебе машину привез, а на. А что так быстро? Мог бы еще покататься. На 3 дня ведь просил. А у меня все. А у меня все изменилось. Все, уезжаю отсюда. Навсегда. Мюзикл буду ставить в Москву. Ну ты 4-й год едешь. Нет, теперь все серьезно. Слушай. А поехали со мной? Да нет, Макс, спасибо. Я уж как-нибудь здесь. А что у тебя серьезно? Как знаешь. У тебя предложение или что? На какие деньги?
Деньги, деньги. И что это деньги? В нашем деле девочка моя, главный талант. А деньги, знаешь, деньги сами находят того, кто их достоин. Понятно. На сервисе, конечно, не был. Конечно, был я на сервисе. Боря кланялся тебе. Там ему нужно какой-то рентген сделать. Ну, он тебе позвонит. Ты береги себя, ладно? Лола! Да, любимый? Я тут уеду на пару дней и вернусь. Не поняла. Ты что, меня бросаешь? Господи, ну почему? Ло, ну почему сразу бросаешь? Я же говорю, у меня дело, проект замечательный, всего несколько дней. Ну, приеду, потом все объясню, расскажу. Макс, ты что, меня за дуру держишь, что ли? Господи, ну говорю же тебе, всего несколько дней, ну день-два, ну может быть неделя, ну, в крайнем случае. Ну я же вижу, что ты меня бросаешь. Раз в жизни появилась возможность сделать что-то настоящее, что-то свое, а ты меня душишь, понимаешь, ты душишь меня. Ты же бросаешь меня. Подожди ты, ну. Ты меня бросаешь. Алло, Гош, да подожди ты. Не, я не тебе, ну да, все, еду, да успокойся ты. Я заказал, все по дороге возьму. Источник вдохновения, да. Да, Гоша, на! Да, все, ладно, еду, жди. Вот. На. Держи. Поживи тут в кайф пару недель, я позвоню. Что? Крутой. Ты думаешь, меня купил? Я стою дороже. Да будь ты счастлива. Давай езжай, сегодня нет и не будет. Я Колю ищу. Это я, Коля! Меня старик послал. Так это тебе к лосю, наверное? Лось? Коля. Пошли, я тебя проведу. Да, точно. Сагадыр, чаваралы! Заходи. Ну что, девушка, все. Юраклий, а я море. Да ты садись, не стесняйся. Раствора все равно до полуночи не будет. Нас самих здесь кумарит. Да остынь, Янка! Леди от старика, от Юрия Палыча. Лося позови, быстро! Авен, море, Авен!
Сидеть. Чего надо? Здравствуйте. А это вы Лось? Коля Лось? Ну, я. Старик меня прислал. Стариков Юрий Павлович. Он у нас в больнице. В него стреляли. Кто стрелял? Этого я не знаю, на дороге. Так вот, он боится, что они опять придут. Понял. Пошли. А я на машине. Давай ключи. Вот. Шмель, сиди. Жди меня. Не каю, гаджо, Морис, это будет нанелось, ты розденлось уже. А имру? Так, уракладжо. А мы тут машину посторожили. Спасибо, а я не просила. Таких людей много ходит, могли б машину поцарапать. Наис. Соденья на кого? Право. Ты бы денло. А почему вашу собаку зовут Шмель? Потому что сладкое любит. Ты куда собрался, парень? На задержание. А это что такое? Бронежилет. Ты ж пулемет возьми, гранатомет возьми. Мы на не задержание, а на опознание, на констатацию смерти. Мы сейчас рисуем ситуацию, и все, ты понял? Угу. Иди снимай эту байду. Иди разоблачайся. Ладно. Ты его привезла? Я. Откуда? С московской трассы. Сама ты кто? Я врач. Просто случайно подобрала его. А вы кто? Неважно. Ну вот здесь все мы раз все увидим. А может лучше у запасного выхода встать? Ты братву не знаешь, они через центральный вход ломанутся. Такие люди, знаешь, они любят, чтобы все было удобно, понял? Угу. Давай, давай, врубай мотор, ждем. Ладно. Будем ждать. Ладно. Они вообще не приедут. Приедут, приедут. Куда они денутся? Приедут. Раз уж они вышли увалить, будь спок, приедут. А артист на полпути не останавливается. Он как всех старых воров перемочил, он и этого замочит. Понял? На. Угу. Че ты гыгаешь? Гы-гы-гы. Там хороший коньяк в чае. Армянский, отборный. Сам его по товарной станции брал, прям с цистерны. Ты что? У нас все налажено. Ты гыкаешь. Кто там? Толик! Это я, Марина, открой! Сейчас открою. А это кто с тобой? Это Николай Лосев. Наш новый эксперт, да. Ну, проходи, новый эксперт. Ну, что пишут? Что менты нудные, и лучше с ними в разговор не ввязываться. Ну, хамить только не надо. А это не хамство, это правда.
И не кричи, тут люди, между прочим, спят. Больные. Слушай, ну что ты как не родная, а? Ну что ты задаешься? Чего я не вижу, тебе самой здесь скучно? М? Тебе скучно, а я на работе. Ты мне работать мешаешь. Я это, пожалуй, пойду покурю. Курить здоровью вредить, на каждой пачке написано. Пойди почитай. Ага, пойду почитаю. Угу. Сходи. Пойди почитай. Лось. Ну чё, поехали. Коля! Чемодан? Подождите. Точно, у меня живой чемодан остался. Вот. А я и забыла совсем. Слушай, сколько можешь так сидеть? Давай я сбегаю, посмотрю, что там творится. Ну давай, побегай, разомнись давай. Человек в коме, 4 пули в груди, под капельницей, давление по нулям. И он из больницы ушел. Ничего себе! Здрасте. Продолжайте. Ну как я буду оправдываться? Скажу, что ко мне был приставлен милицейский пост, и я на него понадеялась. Угу. Да я только на минуточку отошел покурить. На одну секундочку. Возвращаюсь, а его уже нет. Кого нет? Старика, исчез он. Как исчез? Ну, тут из темноты появляется рама 2х2. Выходит весь в черном. Ну, я как договаривались, сразу свернулся и... Лала, Петь, пойдем. Там на горе. Пойдем. Тоже мне органы внутренние. Вы не волнуйтесь. Мы найдем вашего старика. Не нашего, а вашего. И когда найдете, не забудьте кардиограф вернуть. Он у нас один такой был. Подарок из Южной Кореи. О! Ну, здравствуй, Гоголь. Здравствуй. Макс. Хорошо выглядишь? Стараюсь. А сейчас будешь выглядеть вообще отлично. Ты же у нас отличник. Гоша. Гош, а? А? Опа! Тут доза сколько? А сколько хочешь? Как? Я думаю, что для начала, для разогрева, по две хватит. По две? Хотя нет, давай по четыре. Четыре? Давай по четыре. Ну, Гоша, теперь у меня есть то, чего никогда в жизни не было. Теперь у меня есть деньги. Много денег. Очень много денег, Гоша. Я хочу на завтра вечером увезти с собой в Москву сюжет, музыку и эти слова. Выкид новый мюзикл. Так, чтобы все улетели. Понял?
Это я понял. Но ты мне объясни такую вещь. А деньги, вот эти бабки бешеные, они что, на земле валяются? На земле, Гоша. Именно на земле. Нужно просто уметь их поднять. Понимаешь? Я это сделал. Коля. Коля. Чемодан. Здесь? Чемодан. Вот. Здесь. Хорошо. А ключ в больнице оставил. Давай, звони артисту. А когда явится, все секи. Не верю я ему. Не верю. Так, опознание, значит. Ну что, Олег, вот скажи, много ты там срисовал? Вот что мы теперь начальству скажем? Что старик у нас ушел с четырьмя пулями в груди? Вот что? Так, ты меня послушай. Сядь и послушай. Ладно. Зачем нам в больнице криминал? Правильно? Для общественное место. Угу. Зачем нам кипиш и скандал? Угу. А так ушел больной, ушел. И все. Угу. Врачи, они сами разберутся. А артист, он тоже порядок понимает. Угу. А так исчез старик, и все. Угу. Понял? Угу. Старший оперуполномоченный Овсянкин. Да, артист. Давай, сейчас приду. Ну, чё он? Чё-то я не понял. Артист вернулся. И злой такой. Вообще. Так, я пошел. Так я тоже пойду. А ты сиди, сиди, сиди. Добрый вечер, Олег Эдуардович. Здорово, здорово. Нет, это что же получается, а? Блин, я для чего в городе порядок навел? Чтобы среди бела дня... Это ночью было. Какие-то отморозки полили в авторитетного человека... Артист, подожди, ты мне точно скажи, это точно не ты? Да слушай, ты сдурел, что ли, мент поганый? Чтобы я в старика... Ну все, ну все, ну все, ну извини. Ну что, я все твои дела, что ли, со стариком знаю? Ну, значит, залетные отморозки старика завалили. Залетные, да? Залетные. Залетные у нас, у меня в городе залетные позволяли себе... правонарушения? Полили в моего партнера? Пора тебе, Олежка, на пенсию. Чё это на пенсию? По инвалидности. Не, артист, ну чё не так сделал-то, ты скажи. Не, ну чё не так? Чё не хочешь? Ладно, где старик? Старик исчез. Как исчез? Он лежал в больничке, а сегодня его украли. Кто? Кто? Я не знаю. Я думал, твои кто. А бабки? Какие бабки? Бабки. Какие бабки? Чемодан. Чемодан был? Не он было. Мне бабки вез. Не было при нем какого чемодана? Он вез чемодан. Ну там, не орите, артист. Там чемодан. Ну вот, вот, такой вот, был. Все, что было, не орите, ей-богу. Так, ключ здесь. Кирпич, отдай мне это вещдоки. Это ключ от чемодана. Он мне нужен. Алло, да. Да, я. А, Лось, привет. Старик с тобой? Слава богу. А чемодан? С вами? Хорошо. Как он? Чувствует себя как? Ладно, скоро будем, пока. Повезло тебе, гражданин Овсянкин. Побудешь еще оперуполномоченным. Угу, старшим. Ладно, вали, тебя ждут дела оперативные. Может, ты поесть хочешь? Угу, завтра. И не с тобой. Если такие геморрой будут, я буду лучше постовым на рынке стоять.
Ладно, погнали. Больного одного проведать надо. Ну далеко ж ты забрался-то, больной, а? А вид здоровый. Ну, здравствуй, старик. Привет. Прими сочувствие и поздравления. Все-таки чудо ты какое, а? Мне не чудо. Меня пули не берут. Гадалка нагадала, что своей смертью помру, да? В 53-м. Ты тут смеешься. А я к таким вещам ответственно прислушиваюсь. И зажигалка помогла. Презент твой. Выходит, ты мне жизнь спас. Да, надо было и твоим мужикам тоже по зажигалке подарить. Ну, теперь уж ладно. Прими соболезнования. Ушли мои кореша. Все ушли. Один я теперь. А лось? Лось не кореш. Лось молодой. Лосин как сын мне. Багаж ваш вон стоит, забирайте. Вроде доехал багаж. А что в крови, так то не моя вина. Ладно, старик, нам не привыкать. И ключа нет. Есть ключ. Менты нашли, если ничего не перепутали. Кирпич, проверь. Ладно, давай. Отдыхай, выздоравливай. Сам понимаешь, если нужно что, доктора, лекарства, снадобья, все в лучшем виде будет. И мужикам твоим. Памятник уже рубим. Нормальный будет памятник. А козлов этих я сам найду и урою. Всю братву подниму. Спасибо, Кирпич. Ценю твою заботу. И пацанам благодарность мою выскажи. А я засну теперь. Чё за хрень? Слышь, артист, здесь журналы какие-то. Что за хрень-то, а? А где бабки? Где бабки? Так, тихо всем стоять, все! Старик, что за дела, а? Где мои бабки? Я все понял. Артист, это девка. Это врачиха рыжая! Какая еще врачиха? Это она нас кинула! Она, артист, она! Она нас кинула! Какая еще врачиха? Какая еще врачиха? Это она нас кинула! Она, артист, она! А она
нас кинула! Чиха! Собираешься? Я поеду домой, лягу спать, а потом, ой, не знаю, высплюсь наконец. Скучно. А я веселиться поеду. Мужики там всякие. Не знаю. С меня после сегодняшнего мужчин достаточно. Мужиков много не бывает. Да погоди ты, кирпич, не гони. Нет, ну я вообще ничего не понимаю. Если ты говоришь, это врачиха деньги взяла, то чё же она тебя не загасила по дороге или в больнице? Скажу, баба другой человек. Ей загасить пусть и меня недобитка. Духу не хватит. Чё она к врачу-то ездила? А вот это не скажу. Только баба другой человек. Что у неё в мозгах, никогда не пробьёшь. Ладно, старик, поговорим мы с твоей врачихой. Да я ей. Я ей сердце руками вырву. Но учти, если ты нас прокинуть хочешь, то мы вернемся, и базар у нас будет другой. Понял, да? Все сказал. А теперь послушай меня, мальчик. Ты еще под стол пешком ходил, когда меня на зоне короновали. Я что тебе, крыса? Общак воровать? Я что, сам 4 пули из себя вмочил? Ты лучше девку ищи. Найдем, вот тогда и поговорим. И Коля мой с вами пойдет, приглядит. Да, Коль? Я подтянусь. Пошли. Да, Коль, если артист девку с деньгами разыщет, он точно меня спишет. Совсем оборзел щенок. Спит и видит со мной разделаться. Ну, ничего, ничего. Мы еще посмотрим, кто кого. Непонятная история с бабой. Темнит старик. Да он всегда темнит. Но если б разводил, разводил бы жестче. Он по этим делам мастер. Слышишь, а может это лось темнит, а? Про лося и думать забудь. Поехали, поехали! Вот старику как пес предан, он по гроб жизни ему обязан. А ты езжай с ними. Езжай. Посмотри, как они метаться будут. Если девка нарисуется, сразу же ее ко мне. Понял? И что ты с ней делать будешь? Нам главное артиста опередить. У кого девка, у того и деньги. У того и власть в городе. Увидишь, как артист задергается. Устал я от него, фраер. Надо мной и так в Москве смеются. Ходишь под молодым, деньги ему возишь. Ну ладно, езжай, ищи девку. Как скажешь. Так что там с лосем? Да лось мастер был по боксу. Пёр как трактор. Ломил куда не надо, но очень мешал всяким серьезным людям. Ему сказали, парень, ляг в финале. Бабла будет 2 раза больше. Нахрена тебе этот титул? Он, нет, я буду чемпионом. Мы нашли одну подругу, договорились. Склеили ему 8 лет. Типа Тайсон? Типа он ее изнасиловал с особо мощным цинизмом. Ну а как лось на зону попал, там пацаны серьезно. Ну, говорят, парень, раз ты с такой статьей к нам пришел, то мы тебя и опустим всем бараком. Да? Опустили? Нет. А что так? Да они вышли на него, лось стоит с кайлом. Говорит, сколько смогу, положу, а дальше мне хоть мышка. Ну, старик, тут и говорит. Я за этого пацана в ответе.
Статью ему слепили явно. Так что кто против него пойдет, тот пойдет против меня и против закона. Так что лось со стариком навсегда. Серьезно? Приехали, не прошло и полгода. Тебе нужен, а ты же их ждать должен, уроды. Здорово. Глянь, какую мне хрень вместо бабок подсунули. Ну-ка. Нормальные дела, да? Подожди, артист, что-то у меня в голове не укладывается. Что-то я не понимаю. А тебе и не надо понимать. Значит, короче, все данные по этой бабе, что старика подобрала, собери быстро, мои пацаны ей займутся. А сам давай, облавы, проверки на дорогах, перехват. Давай, не мне тебя учить. Пошел. Бегом! Ну и? Вот чувствую. Должна сейчас появиться. Да. Что, на дуру, что ли? Светиться после этого. Да она уже давно умотала куда-нибудь. Ну, подождем, значит. Не придет, винище добьем, поедем к артисту. Винище кончилось, водяр остался. Здравствуйте. Привет. А вы кто? Ага! Попалась птичка в клетку. Ну-ну-ну, иди. Иди. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Садись сюда. Так. Сейчас ты нам все расскажешь. Куда ты наши деньги увела? Извините, пожалуйста. Я не поняла. В чем дело? Что вы хотите? Что ты не понимаешь? Что ты не понимаешь? Что ты не... Да ты знаешь, что мы сделаем с тобой? Что? Да знаешь, что мы... Ну... Лёнчик, ну что ты молчишь? Ну скажи что-нибудь! Я сейчас у тебя кровь выпью. Залпом. Винтом. Всю. И ты задохнешься этой кровью. Задохнешься. Ну ты-то что молчишь? Ну скажи что-нибудь, ну... Знаешь так, кровь выпускать не будем, а еще с артистом разговаривать. Предлагаю совершить с ней групповое изнасилование. А че это? Это можно. Экстерьер сохраним, а психическую силу сломим. Нет, не надо меня насиловать. Зачем это? У меня нет никакой силы, ни психической, никакой. Что им от меня надо? Сейчас узнаешь. А ну пошли, пошли, я сказал. Чего ты? Куда? Сопротивляться? Помогите! Сопротивляться будешь, да? Да? А ну стоять! Помогите! Ленчик, чё ты? Я не могу, я Верке обещал. Лось, а ты? Ну ты сидел за это. Ну держи ей ноги! Хорош! Пусти ее! А? Ой! Ай! Лось, ты чё? А! 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 Лось, ты чё? Ты чё? Ты чё? А! Да вроде того. Объясни мне, наконец, что происходит. Потом. Валим отсюда. Валим, валим. Валим.
Это серьезно. Обязательно нужно перевязать и обработать рану. Давайте в машину. Поедем к нам в больницу. В больницу нельзя, тебя и там тоже ждут. Ждут в больнице? Почему? Объясни мне, что происходит. Какой артист? И что вам от меня надо? Деньги надо вернуть. Какие деньги? Старик вез артисту деньги. И за это весь сыр-бор. Так ты не брала деньги? Ладно, заводи, поехали. Куда? Куда-нибудь, где нас никто не найдет. Знаешь такое место? Кажется, знаю. Вот и хорошо. Давно, давно хочу пригласить тебя на дачу. У меня там чистый лес. Чистый лес, воздух, лоси, лоси, кругом лоси, белки. Будешь кормить их с руки. Откройте кто-нибудь! Откройте кто-нибудь! Мариночка, что с тобой? Ты, господи, это Макс? Ну, каков подонок, ты знаешь, тебе пора давно на него в суд подать. Давай, мы тебе поможем, всем коллективом. Сережа, суд потом, я сейчас по другому делу. Давай. А, нет, вечеринка, гости, не могу, понимаешь. А, да, мне ничего и не надо. Сереж, ага. А помнишь, ты что-то про дачу говорил? Mm-hmm. А можно я там на пару дней мне бы отдохнуть? А? Да, я сейчас! Дача? Да. Это хорошо. Это вот ты молодец. Я сейчас все объясню. Значит, находится в Заречье, Заречная, дом 15. Но главное, скажи, что ты моя невеста. Сереж, ну! Привет. Спасибо. А что она взяла? Теперь будет место. Потерпи, миленький. Потерпи. Сейчас все будет хорошо. Потерпи. Сейчас. Алло, артист, тут такое, а? Лось на бабу повелся. Они тут такое сотворили. Он мне нос сломал, скотина. А, понял. Да, будем. Блин, я не понимаю ни хрена. Старик лежит подстреленный, как бревно, посылает лося. Тот с моими пацанами едет к этой бабе. Видит ее, летит с катушек, как последний козел. И свинчивает с ней черт знает куда, что за бред. А нам-то что делать? Что делать? А что вы вообще умеете делать? Что? Я вам все разобрал. Задачу поставил. Вы хозяева в городе. Город нам принадлежит. Так почему же вас не выходят они хрена? А может, это лось на бабу запал? И теперь они пара. Лось на бабу. Алло. Старик, артист говорит. Ты мне скажи, ты ведь за лося в ответе, да? А что такое? А ты знаешь, что он чудить начал? Чего сгородил? А ты не в курсах.
Он с врачихой свинтил. Ну и дела, артистушка. Короче, лосю твоему хана, понял? Кирдык твоему лосю. У меня на твоего лося такие быки есть. Такие носороги. А ты его возьми сначала. И бабки найди. И бабу. А потом и звони. Тварь! Кирпич, пошли к старику пацанов, пусть посидят с ним. Лося с бабой ко мне, найти! Всех поднимай, ментов, братву, всех! Бегом! Понял, понял. Кирпич, чего? Тут одна тёлка говорит, что про врачиху эту знает. А чё ты молчал-то? Давай её сюда. Иди сюда. Сюда иди. Тебе чё здесь, баня, что ли? Я спрашиваю, ты в баню пришла? Это костюм. Чего? Это костюм. Прикройся. Ну, где она? Кто? Врачиха. Не знаю. А чё ты вообще знаешь? Где её бывший муж ошивается. Повтори. И тут на пути у нашего героя появляются враги. А? Темные силы. Как? А? Как тебе такой вариант? Плохие люди. Да. Бандиты. Точно. Точно. Банда бандитов. А? Морды. Вот такие морды. Вот. Шайбы такие. Вот такие. Красные такие. Гайки. На пальцах гайки. Пальцы. Пальцы веером. Вот такие пальцы. Слушай. А давай наш мюзикл назовем «Пальцы». Не, ну правда, пальцы. Подожди. Ну есть же волосы, есть там губы. А у нас будут пальцы. А? Пальцы! А? Дома. Круто. Что, совсем не больно? Терпимо. Собаки научили. Ты их разводишь? Я никого не развожу. Просто люблю. Вот так. Устала? Да нет, не очень. Так значит, ты тоже думаешь, что я взяла эти ваши деньги? Ну, а кто еще? Чемодан ведь был только у тебя. Чемодан? Да я его не открывала даже. Он так все время в машине на заднем сиденье провалялся. А машина... Ты давала кому-то свою машину? Это Макс. Макс. Макс, должно быть очень много любви. Герой любит. Это Ария. Он хочет любить Ария. Он любит и томится. Он томится, он находит свою любовь. Он не понимает, как сейчас не делать. Еще Ария. Потом он ее нашел. Он ее завоевал. И они дуэтом танцуют. Смотри. Дуэт. Гоша, да, стопудов дуэт. Гоша, дуэт. Гоша, мы их всех сделаем, Гоша. Дуэт, гений ты, Гоша. Как он мог? Ну какой же он оказался, подлец? Он же меня подставил, он же меня предал. Если бы не ты. Знаешь, у нас вообще никогда не получалось жить вместе. Но я всегда думала, что это я во всем виновата. Макс, он такой тонкий, он такой сложный. А я простая, у меня не получалось жить, как он хочет. Но я же всегда пыталась, я пыталась себя изменить. Я думала, я ему нужна. Thank you.
Да, да. Финальная, финальная битва. Масштабный, громкий финал. Монстральный финал. Финальная битва добра и зла. В которой наш герой побеждает. Побеждает, но сперва терпит муки. Но сперва терпит лютые муки. Муки. Появляются демоны. Появляются темные силы. Гоша, где ты, Гоша? Появляются темные силы. Да, вот направо. Сюда, иди, он. Да. Здрасте. А ну пошла. О, Гош, 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 демоны, Гош. Гоша, демоны. Так, так. Где бабки? Бабки. Бабки где? Умучаю козла! Ты же демон! Ты же демон! Зачем демону бабки? О, и баба моя здесь. Что, Лалечка, тоже мюзикл захотел, да? За ролью пришла. Да. Ну, где бабки, а? Где бабки? Слышь, артист, артист! Он в полной кислоте! Он в полной кислоте, да? Я эти дела знаю. До утра без полезняк с ним разговаривать. А где? Где? Это ты, артист? Я ж знаю тебя. Это ты, ты артист. Это он артист. Я ж помню тебя, это ж ты. Это ты в наше Воронежское театральное училище поступал, да? Пять лет подряд. Ну, ты ж даже за бабки, за деньги, за взятку тебя не взяли. Артист. Это ты своим бугаям расскажи. А ты расскажи, как ты работником сцены. Работником сцены нанялся. И однажды поднос нужно было вынести, да? Без слов нужно было вынести. И что? Ты же обосрался, ты же убежал и расплакался, да? Да? Да посмотри, ты бездарный. Ну как ты одет, бессмысленный человек? Ну посмотри на себя. Это я артист. Я артист. Заткни ее! Как? Не знаю, утопи! Молчи! Заткнись, я сказал! Да заткнись ты! Слышь, стрелок. Утопим тебя! Изнасилуем! И нахрена ты его замочил? Тихо! Что? Я говорю, нахрена ты его замочил! Как мы про бабки узнаем? Тихо, я сказал! Узнаем! Найдем! Он с бабой своей заодно, а она где-нибудь да проколется. Тихо! Ну... Тихо! Все. 5 лет замолчи. Человека не валил. Все. Ничего. Ерунда. Ну как ты? Хорошо? Лучше. А так будет всегда? Будет. Если найдем деньги. А давай вообще отсюда уедем. Давай. Тебе нужно отдохнуть, поправиться. Это твой бывший, он же в Москву уехал. Вот поехали в Москву. Он же не в гастрономе будет свой мюзикл делать. Как-нибудь засветится. Если хочешь в Москву, поехали в Москву. Но сначала кофе в постели. Заслужил.
я пошел, но насколько меня не было, но полчаса, не больше, за кефиром сходил, за кефиром. Я прихожу, а он, вот такой. А вот и кофе. Для Максима Городницкого, постановщика эротических танцев и будущего постановщика мюзиклов, эта ночь закончилась трагически. Трагедия разыгралась в студии, где Максим и его товарищи, о, боже мой, готовили к выпуску новый мюзикл «Пальцы». Это Макс? Его товарищ, вернувшись домой, увидел, это Макс. Тело, а что с ним? Сразу вызвал бригаду врачей. Пообщались с ним. Как ты нашел его, артист? Но если бабки были при нем, может, теперь и все? Нам нет теперь никаких вопросов. Это же Макс! Собирайся. Одевайся и заводи машину. Я скоро. Ты куда? Надо позвонить. Но это же Макс. Это я. Как ночка-то прошла? В любовной страсти кувыркались с докторшей. Ты не все знаешь, старик. Ну, расскажешь, если успеешь. Меня тут окружили любовью и заботой. Короче, дедушка прав. Дела у нас жесткие. Если через час ты с бабой деньгами не будешь здесь, ему хана. Я понял. Через час не получится. Буду через два. Ты только не торгуйся. Два часа и все. Да не берут меня пули, пацаны. Посмотрим. Так, пока вроде все точно, Заречная 15. Ты смотри, хирург точно сказал, красный большой дом. Корячиться даже не стал. Как милицию увидел, сразу заплакал. Так, ну-ка убери. Сядь! Чего ты все торопишься? Сейчас братва приедет. Слушай, ты опять за свои, да? Захвата. Ну-ка, на. Ну-ка, выпей. Давай. О, черт. Ну, где твоя братва? Женя, не пыли. Сейчас все будет. Ты че такие деньги на кону? Может, наши станут? Ты посмотри, у меня все кончилось, а? Ну, ничего, у меня в собачнике есть заначка. Сейчас. Что такое? На, поиграй. Пристегивайся к рулю. Так, а... Быстро! А ты кто вообще? Сейчас узнаешь. Алло, Женька! Женька, что за дурацкая шутка? Открой, Евгений! А ну, быстрей! Женька, открой! Хватит дурака валять! Женька, что за дурацкая... Лось! Отпусти пистолет! Ключи! Женя! Ты как теперь рулить буду? Верни его! Делай, сиди тихо! Ему. Женя! Ура! Женька, открой меня! Женя! Да как я тебя открою? Он меня пристегнул! Открой! У тебя ключ должен быть! Открой! Он меня к рулю пристегнул! Кто? Он! Урод, ты понял? Стреляй, говорю! Он дурак! Но он меня пистолет отобрал! Как? Я не могу! Где твои бандиты? Сейчас приедут! Когда? Смотри, смотри, он уходит! Кто? Он уже уходит, видишь? Да, Женя, давай, да заводись ты! Иди давай, Женя! Быстрее! Все, погнали за медалью. Где твои бандиты, Олег? Где? Подожди, они едут. Едут. Мужики! Мужики! Да быстрее ты можешь ехать или нет, ну? Держись, Минков. Браво, руль, Женя! Руль!
Вот к руке! Женя, уходит, Женя. А не Олег! Так, все, поворот налево. Налево сейчас. Ну, быстрее же, ну! Олежа, мы с тобой! Быстрее давай, быстрее! Осторожно, осторожно! Да. Он меня уехал. Вроде оторвались. Так что там опять случилось? Похоже, они денег не нашли. И что нам теперь делать? Нам? Значит так, я сейчас выйду и пойду. Мне иначе нельзя. А ты? Ты лучше скройся куда-нибудь, так, чтобы тебя они не могли найти. И сиди, не высовывайся. Нет, я с тобой. Со мной нельзя. Почему? Езжай. Никуда не поеду. Поедешь. Подожди. Подожди, мы же не можем вот так вот расстаться. Ты же не можешь просто взять и уйти. Могу. По-твоему, мне что-то мешает? Ты очень ошибаешься. Да, и заедь куда-нибудь машину, посмотри. Пальцы стучат. Мотор накроется. Ну давай, ты мне еще про пальцы. Я знаю, где деньги. Ну все. Мои. А так. Ну, спасибо огромное. Да чем спасибо? Давай, Олеж, матери привет. Ну поехали. Спасибо, ребят. Ну давай, залезай. Дверь открой, спасибо. Да как не тебя? Открой, дверь заклинила. Ну открывай, заклинила. Дай мне чем-то руки вытереть. Да чем? Тряпку, что, журналы вот эти дай. Да нельзя, это ж вещдок. Можно, вещдок это, не знаю что. Олег, ты меня цепил, что ли? Чем я тебя цеплю, у меня нет ключа. Дети Руты взяли эти журналы. Прочти, где они взяли? А, вот. Библиотека киноклуба кинотеатра «Меридиан». А ну-ка еще раз. Библиотека киноклуба кинотеатра «Меридиан». Проезд молодости 16. Ты понял? Точно. Ты понял? Если журнал здесь, значит бабки там. Да. Заводись, поедем в этот кинотеатр. Заводись, давай! Врубай машину, заводись! Заводись! Да не заводится она. Ну что? Давай! Во! Ну за что вы так со мной, а? За что? Холодно. Последний стриптиз. Нашел! Нашел! Эта лошадь с этой штукой сразу утонет! Какая я вам лошадь? У меня параметры все как у этой... у Моники Белуччи. За что вы меня? Я же помочь хотела. Это правда, помочь ты нам хотела. Артист приказал. Ну что, готово? Я ж сама козла ненавижу. Обещал меня в Москву увезти, а сам бегал по какому-то автосервису. Так, чемоданчик так, этот дурацкий, ключи подбирал к этому чемоданчику. Что здесь? Повтори. Повтори, что ты сказала. Какой чемодан? Какой автосервис? Ну, мы когда у врачихи машину взяли, там как? Чемоданчик валялся. Как чемодан выглядел? Чемодан выглядел как? Ну, маленький такой квадратный чемоданчик. Значит так, киска. Если ты очень хорошо вспомнишь, где находится автосервис, ты меня понимаешь? Будешь жить. Я помню такой нелепый автосервис. Там еще кинотеатр был. «Меридиан», кажется. Какой кинотеатр? «Меридиан». Пошли. Пошли. А топить что, не будем, что ли? Thank you.
Я одна пойду, а ты здесь в машине посиди. Это почему? Да боюсь, Борю ты напугаешь, и он тебе денег не отдаст. А тебе отдаст? Конечно, отдаст. Если они там. Боря, привет. Привет. Слушай, как-то все это ужасно с Максом случилось. Садись. Я же видел его вчера или позавчера. Он хотел починить твою машину. Что-то там с мотором. Пальцы, наверное, стучат. Починил? Да нет. И был какой-то странный. Пришел, взял инструмент, ушел. Потом опять пришел. Взял у меня подшивку журналов, дал мне $100 и ушел. Представляешь? $100! Он тебе больше ничего не оставлял? Да бросил какую-то сумку, сказал, потом заберет. Я ее возьму, ладно? Конечно. Теперь, я думаю, она ему уже больше не нужна. А что там было-то? А, ноты? Но он же мюзикл собирался ставить. Да, теперь уже не поставит. Да, это уж точно. Так, кинотеатр здесь. Слушай, что? Ты подцепил меня? Сиди, сиди, охраняй. Журнальчики почитай про кино. Давай. Ты чё? Скотина. Обычно в криминальных фильмах такого рода все персонажи собираются в одном месте для финальной перестрелки. Звягинцева Марина Леонидовна? А в чем дело? Да ни в чем, девушка. Пройдемте со мной, вы задержаны. Пройдемте. А на каком основании? На законном, девушка, на законном. И хватит ля-ля. Пошли, 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 пошли. А, Лежик, молодец. Ну, давай бабу и деньги. Это мои деньги, артисты, моя баба. Кирпич, руки из кармана, вытащи! Убери! Слышь меня? Это моя баба! Ты на кому руку поднял, а? Вытащи руки из кармана, сказал! Это моя баба! Моя баба, понял, и деньги мои, заткнись! Это моя баба и мои деньги, ты понял, урод? Это моя баба и мои деньги, понял? Да не твоя, это моя баба! Лось, смотри! Это моя баба и моя добыча! Это мои деньги! Это моя добыча, уроды! Чё встали-то, рванули, а? Чё стоишь-то? Ну, быстрее! Это все из-за тебя! Это ты во всем! Виноват! Куда ты наползаешь? Урод! Что? Ты видишь, куда стреляешь? Урод ты, Олежек! Что урод? Я урод! Что? Ты сам урод! От урода слышу! Блин! Ты достал меня, артист! Это моя добыча! Ты последний урод! Ты понял? Как правило, любящие друг друга герои оказываются неуязвимы для пуль. А ну стоять! Встаете! Чем стоять? Арестованы все! Стрелять буду! Черт!
На месте, на поражение стреляй! А тут мочи, стоять! Ребята, окружай их! Бери кольцо их! На месте, все на месте! Всем стоять, я сказал! Всем на месте! Всем на месте! Всем! Черт, ходят, ходят! Ну, черт, что ж такое? Фу! Меня, что? Урод! А? Ты урод! От урода слышу! Что? Блин! Я таких уродов, как ты, пачками! Стойте! Урод! Как их возьмут, на! Ты понял? Это моя добыча! Что? Моя добыча, ты понял? Моя! А? Зачем вы стреляете? Они уехали уже. Ты уехал? Они! Че? А? Тьфу на тебя! А куда мы едем? К старику заедем. А зачем? Как зачем? Деньги отдать. А что потом? Мы свободны? Не знаю. Слушай, а зачем мы к нему едем? Может, мы исчезнем теперь куда-нибудь вдвоем? Не могу. Почему? Как тебе объяснить? Он меня от смерти спас. А. Понимаю. Прошло 2.5 часа, лось не успел, кончай его. Привел. Здравствуй, дочка. Вот мы и свиделись. Вот, бабки. Хочешь, отдай артисту, хочешь, поехали с нами. Теперь я перед тобой чист. Сначала с бабой разберись. А что с ней разбираться-то? Она денег не брала, это ее просто подставили. Все равно. Через нее беда пришла, пусть она и ответит. Убей ее. Да ты че, старик? Я же ее люблю. Любишь? Так, значит, ты ради нее старался, да? Нет, ради вас старался. И теперь он свободен. Заткнись, лось! Заткни ее! Пусть она замолчит навсегда! Убей ее! Не хочешь? Тогда убей меня! Убей! Убей! Если эта стерва тебе дороже, убей того, кто тебя спас! Убей! Убей! Вот! Не можете! Ничего вы со мной не сделаете! Всем вам слабо! Против меня, старика. Гадалка. Правду сказала. Своей смертью помру. Своей смертушкой. Своей.
умер. Прости, старик. Поехали. Ладно. Здорово, лось. Подожди, сейчас. Привет, лось. Привет, рыжая. Здорово. Опять к нам? Здорово. Как жизнь-то? Нормально. Нормально. Я вот еще с того раза голову ломаю. Ты слишком крутая или просто двинутая? Да я и сама не знаю. Может, и то, и другое. А у нас ставки принимали, грохнуть тебя или нет. 5-1 на тебя ставили, представляешь? А я на тебе полтинник выиграл. Да-да, он не врет. Да ты что? Вперед. О. Не-не-не, не надо. Держи. Я на ней уже выиграл. Ты что, прекрати. Ну, тогда до свидания. Пока. Шмель сказал, что поедет с нами. Ну и правильно. Покойник. Убили? Следов насильственной смерти нет. Цыганка нагадала. Еще в 53-м. Теперь, артист, на тебе все стрелки сойдутся. Да, это точно, актер. Все, все, прости, извини. Не надо меня пугать. Я тебя не пугаю, я тебя предупреждаю. Знаешь, чем меня больше всего бесит? То, что мы бабки потеряли. Нет. Нет? Почему мне в этой жизни совершенно не везет? И ты не знаешь, почему? Хочешь правду, почему? Почему? Потому что ты артист, артист. И артист ты плохой. А меня знаешь, что бесит? Что врачиха рыжая нас переиграла. А мне она понравилась. Да? Угу. Я бы на нее повелся. Так куда мы теперь едем? В Ярославль. Почему? Звучит красиво. Вот только не знаю, доедем или нет. Пальцы как стучали, так и стучат. Пускай стучат. Мне это даже нравится.